Начальник госавтоинспекции Сургутского района Василий Личушан встретился с представителями мотосообществ. Обсудили основные причины дорожно-транспортных происшествий с участием водителей категории А. Поговорили об основных направлениях сотрудничества при профилактике травматизма. За 7 месяцев на территории Сургутского района зарегистрировано 3 аварии с участием мототехники, в которых 2 человека погибли, еще 2 травмированы. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 72 байкера. 5 из них были нетрезвыми. 1 отказался от освидетельствования. 2 сели за руль под шофе повторно. 19 не имели права управления. Госавтоинспекция по Сургутскому району настоятельно рекомендует участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не управлять транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, не имеющим права управления, а также ответственно отнестись к безопасным и предусмотренным правилам дорожного движения перевозки детей на всех видах транспортных средств.